Литва – это маленькая и такая красивая страна, а литовцы – это трудолюбивый и умный народ. Но народ тоже иногда ошибается, выбирая своих политиков. А что касается вот заявления президента Литвы, такое грубое антироссийское заявление, ну, явно здесь с ее стороны было желание понравиться и своим хозяевам, и национал-радикалам, и неонацистам, и другим маргиналам.